Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп, и сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на мой любименький сайтик под названием MyCSGO, пополненный сайт на 20 тысяч рублей обязательно, если ты захочешь пополниться, вот сюда вот лудик заводишь, дает тебе 30% пополнение. Что ж, ну а мы поехали поскорее начинать. Начинать мы сегодня с тобой будем, наверное, за чего? А давай начнем не с самого обычного нашего начала, а начнем со сражений. Вот такое вот сражение сделаем на почти 7000 рублей. Или 6. Или 7. Не понял. Чуть-чуть потерялся в ценах. Ладно, ничего страшного. Я буду надеяться, по крайней мере, то, что хотя бы мы сейчас окупимся. Там уже будем отталкиваться от хорошеньких сумм. Но пока что как-то все очень даже сомнительно. Ну, пожалуйста, что-то... О, Wildfire, да ты что, нет. Это было не... что-то из разряда нереального. Хорошо, ладно. 14 тысяч рублей остается у нас с тобой на балансе. Пойдем попробуем тогда как-нибудь формануть баланс. В предыдущий раз у нас, к сожалению, не получилось вывести. Я надеюсь, что в этот раз я так сильно не заиграюсь. И Сумеречная Галактика падает с первого же кейса. Отлично. 30 тысяч рублей на балансе имеется. А что мы хотим увидеть с них? А мы хотим увидеть с них поток информации, эмочку с первых кейсов также. Но она, к сожалению, не прилетает. Ладно, может быть, со второй хотя бы попытки прилетит. Но нет. Ну, 9 попыток есть у нас. Ладно, третья пошла в ход. И с третьей тоже мы не видим эмочку поток информации. Понятно. Четвертая попытка. Да что ты будешь делать? Пятая. С пятой, если выпадает, то x2 окуп имеем. Нет, не выпадает. Шестая поехала. Ой-ой-ой, как все плохо. Седьмая попытка. Ну что ты будешь делать? А где вообще хотя бы они там пролетают? Восьмая попытка выбить эмочку поток информации за 18 тысяч рублей. И она не падает. И девятая. Последняя. И она не выпадает. Но это бред. Десятая попытка. Ну да, расскажите. Я 20 тысяч сандалил, чтобы выбить эмочку за 18. О, господи. Ну ладно, хотя бы выпало, и на этом спасибо большое. В минусе мы, конечно, но хотя бы так. Хотя бы выпало, и хотя бы не в полном нуле. Ну, береги голову, 12 тысяч рублей стоит, и как будто бы он гораздо быстрее должен выпасть. Ну да. Быстрее некуда, просто падает уже, смотри, Сём. А, ну ладно, выпал. Ладно, все свои возмущения забираю обратно. 36 тысяч рублей у нас с тобой на балансе имеется. Хорошо, пойдем тогда по сражениям. Поиграемся с ботами. Поделаем дорогие сражения. По крайней мере, я надеюсь, что будем окупаться. Так, вот этих вот 5 кейсиков. И вот этих вот 4. На 16 тысяч сражения. Я думаю, за такое можно поставить лайк, как минимум. Подписаться на канал. И написать, конечно, комментарий, потому что если мы сегодня хоть что-то выбиваем, то определенно точно розыгрыш будет. Бури-бури. Ну, пока что как-то... Ну, окей, за счет пустынной каки, пустынного повстанца, мы пока что держимся на плаву и держимся даже впереди. Но это все может изменить глобально один кейс. Пока что ничего не меняется, и у Сёмы 12 тысяч у Снежного Глаза летело за 3. Ладно, это мы победили, хорошо. 28, приятность, хорошо. Может быть, такое же сделать? Да давай, почему нет, как бы. Пожелание на ночь, ну такое. Гамма-волны вижу, поток информации вижу, ну, видимо, это вот. Со второй попытки это залив. Картисейра. Окей. Дождь из пуль. Ладно. Сёма начинает набирать обороты, но хайпербист и еще один хайпербист. Сёме, конечно, такого не падает почему-то. Действительно, почему же он? Вот если бы гипноз сейчас бы выпал на последней попытке, было бы замечательно. Ладно, давай тогда создадим сражение, только уже из других кейсиков. Каких-нибудь поинтереснее. Бриллиант? Да нет. Ну, Ричард Милли, наверное, 5 штук. Да и что? Да и все. Кейс Монолизы в сражение бы запихнуть. Ну, давай вот так сделаем. Вот так. Поехали.
Сейчас либо очень большая победа, либо очень большое поражение. Ну, пока что непонятно. Wildfire, кстати, залетает. Ничего себе, 5900, отлично. Сыворотка тут за 3900. Ой-ой-ой, чистая вода. Водонефтидекс. А ну, а тут Орион есть. Не стоит его тоже, как бы, шедевр. Это проигранное сражение, но нет! Поверхностная закалка с последнего кейса. Одуреть, ребята, а сколько это денежек? Это прям должно быть мое уважение. Это мое уважение денег. Это опять 100 тысяч рублей. Опять 100 тысяч, и кейс Монолизы мы сегодня трогать не будем с вами. Хватит с него. Ой, да. Хватает нам. То, что падает оттуда. Шлак всякий. Давай мы что? Давай сделаем сражение, но на живой кейс. Тремя ботами-то. А давай попробуем просто. Ну, мало ли. Хотят только, чтобы был не окуп, потом окуп. И как будто один через один. И сейчас есть большая-большая возможность, что мы не выиграем. Даманская сталь против ультрафиолета. Ну нет, кстати говоря, мы забираем это, даже это сражение и выходим в отличный плюс. Ну, если бы я просто так его открыл, этот кейс, я думаю, вряд ли бы мне в ноль бы хотя бы даже поставило. Ладно. Тем не менее, кейс Тонкоин, 50 тысяч рублей. Выбиваем перчатки. Перчатки сегодня определенно точно сейвятся. Или синий фосфор. Там в зависимости от того, что его душе угоднее. Два вулкана мы выбиваем, и никаких синих фосфоров и перчаток тому подобное. Ладно, дадим еще 10 кейсов, так уж и быть. Одуреть. Одуреть. Я просто залил баланс, но смело. Вот так, еще 10 фастом. Бам-бам-бам-бам-бам, три вулкана и больше ничего. 56 тысяч рублей. Нет, надо отсюда сматываться, пока не поздно. Пока не поздно, и коль сражение нам сегодня уж дают, то обратно зайдем на сражение. Пока баланс весь не залили. Я считаю, что нужно делать так. И никак иначе. Ну, Hellfire, кстати, вижу, тут точно не мне он падает. Ричард Милли как-то очень хорошо нас с тобой обманывает в этот раз. Но кейс Бриллиант тоже не стоит сбрасывать со счетов. И падает Орион Семи, и вторым скином падает выстрел в голову. Понятно, нет. Это сражение мы не забираем, к сожалению. Давай, ладно, сразу же делаем такое же. И если нет, ну, монет как бы и сюда нет. Огонь чайник. Пустынный повстанец. Ну да, сыворотка смертоносная. Кровь в воде. Орион! О, да. Но это точно. Это далеко от победы. Это реально очень далеко от победы. Тут был Unreal. Окей. Давай что? Ну что я хочу? Я хочу какой-то скин хотя бы 1050 рублей сегодня подсейвить. Такого скина, я думаю, сегодня я уже не увижу. Поскольку баланс со 100 тысяч я слил успешно. И да и сайтик как-то меня начинает очень сильно подбревать. Мне прям даже очень не нравится, я бы сказал. Но, тем не менее, все-таки попробовать сумеречную галактику выбить стоит. Ну, как-то она и не особо падает, что ли. Да, даже не знаю. Ну, просто шансы в моменте, как обычно, закончились. А, ну нет, ладно, сумеречная галактика выпала. Ну, 36 тысяч рублей. Можно было бы побольше поставить, я считаю. Поток информации с первого. Да нет, куда там. Вон с 11-ти попыток не падает. А тут с первой всем захотел. Окей, продолжаем. По крайней мере, я надеюсь на лучшее. Ну, господи вы. Как я хочу материться. Ой-ой-ой. Ну, дал себе обет молчания. Если что, это шутка. Мало ли кто там сейчас подумал. Чего-то не того. Ну давай, пожалуйста. Ну, поток информации, ну эмочку. Ну ты же можешь. Ну ладно, дало, но 6 тысяч рублей. О, господи. Давай зайдем на удар молнии. Да, давай. Да. На все бабки удар молнии. Сейчас с первого. Хер там, правда. Окей, 480 рублей. Продолжаем. Я думаю, что я сейчас залью здесь все деньги. Но попробовать как минимум стоит. Шанс есть.
Хоть он и минимальный, но он же имеется. 0.26. Глядя по тому, как мне сегодня эмочки плохо выдали, знаете ли, что тут я в этот шанс на самом деле перестаю верить с каждым прокрутом все меньше и меньше. 25 тысяч рублей на балансе остается. 22. Опять залился, господи. Походу, да. Ну, удар молнии, ну ты же можешь выпасть. Ты мне 100 тысяч рублей давал на баланс. А где удар молнии? Пожалуйста, 15 тысяч рублей остается на балансе. Там даже не близко, не с одной стороны сейчас было. Удар молнии. Поставьте, пожалуйста, Сёме сейчас. Вот сейчас, вот с этих кейсов. Если кто-то меня слышит. Хотите знать. Поставьте удар молнии. Боги. Ооо, есть! Но я его продам. Я его продам, я сделаю контент для ролика. Я не знаю, может быть, я все это очень сейчас зря затеял, но я хочу сделать вот так и вот так. И 51 тысячу рублей просто сейчас по щелчку пальцев можно проиграть. Но можно выиграть 1150 и туда куда-нибудь более. Газ. Делаем газ, просто газуем. Сёма газователь чумовой. Стой, Даманская сталь. Ой, какой стилет, какие голубы! Ой-ой-ой-ой-ой! Это проигрыш. Это определенно точно проигрыш. 44, у меня 29. Перчатки, осторожно! Нет! Какой доплер? Ну не надо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как это плохо выглядит, как это хорошо выглядит, но как же плохо, что это выглядит все не у меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, попытка на победу еще одна есть. Давай, еще раз по тем же самым кейсам злачным пройдемся. Выбьем эмочку, поток информации, если она выпадет, конечно, сейчас гораздо быстрее. И я хочу, я просто реально хочу... Да, вот она, вот же она, возьми, Сёма! Я просто хочу сделать еще одно такое сражение чумовое и победить. Ну, они меня выиграли, ну, я тоже хочу выиграть, но, знаете, там, все-таки, может быть, когда-то... Ну просто там 1150 удар молнии, кстати говоря, есть. И даже если мы сейчас такое же сражение Окей, ладно, еще одно сражение на 52 тысячи рублей. И господи, как же я прошу тебя, давай выиграем. Просто давай это сделаем. Это просто, это такие миллионы, миллионов тысяч денег будет. Какой северный лес, ну вы что, ребята... Стящий момент. Ну ладно, разница в 6 тысяч. Это разницу можно победить. Перчатки осторожно. Хорошо, перчатки осторожно есть. 27 против 28. Шанс на победу имеется. Имеется, дорогие друзья, шанс на победу. И, кстати говоря, это всего даже скорее победа. Это победа. Ура. Ура, просто. Просто ура, дорогие друзья. Ну... Но сказать то, что такие скины я буду забирать, это ничего не сказать. Нет, давай, знаешь, как я сделаю? Я сделаю вот так. Я сделаю вот так точно смело. Сделаю вот так. 25 тысяч рублей хочу получить. И, конечно же, я их получил, да? Ну, почти. Почти. Так, ладно, это ничего страшного. Повторяем попытку. Первые классы я точно делаю на x1.5. Да даже на x1.75. Вот так вот сделаем на нож. В принципе, разница, какой нож, особо сильно не имеется. Так и он еще и залетает. Вообще отлично, шикарно. Так, 13 тысяч рублей. Отлично. Океанские пены, да, они, в принципе, так и будут стоить. Ну, 100 тысяч рублей, это точно, определенно точно вывод. И давай тогда еще пробовать что-то забирать. В плане... А давай... Нет, ну так я очень много денег, наверное, потеряю, точно. Давай 2 по 25 сражения сделаем. Вот такое.
И там уже будем от этого отталкиваться. Но сотку, та, которая сотка на данный момент у меня есть, я думаю, что я ее буду сейвить. Окей, кстати говоря, даже, возможно, больше сотки нам сегодня выдаст. Ну, Окогора это должно быть... О, Окогора это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще плюс 17. И сразу же такое же сражение создаем. Я сегодня готов все сейвить. Сколько мне сайт сегодня отдаст, я готов засейвить, мать его, все. За все те страдания, которые я пережил благодаря кейсу Монолиза. Или открыть кейс Монолиза. Или не надо. Или надо. Ну, просто меня сейчас жадность вообще убьет. Это я тебе точно говорю. Кстати говоря, даже, возможно, еще одна победа. И да, 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 сука. Это выглядит просто как чумовая подкрутка. Ну, как же я надеюсь, то, что я сейчас сделаю вот такой вот контракт на 12 тысяч рублей, и он мне еще даст 50, и дал он мне 7. Ладно, 7, ничего страшного. Хорошо, давай продадим определенно то, что забирать я не буду. Окгора, окей, пускай будут. Гамма-доплер, это не надо нам. Первый класс, это нам не надо, это нам не надо. Да и береги голову, я забирать определенно точно не буду. Так, а тут продать все 169 тысяч. 200 косарей мне сайт сегодня дает. Это победа, реально. Это действительно победа, хорошо. И все-таки я хочу попробовать выбить эти перчатки за 37 тысяч. Ну ладно, не выбили. 23 вместо 27, окей, еще раз. Два вулкана, отлично, хорошо. Это плюсик даже, дальше продолжаем. А, ну и вот такая вот история как бы может быть за 17, на 17 тысяч рублей. Ладно, еще раз попытка делается. Один вулкан, но это хотя бы уже около нуля. Продолжаем, далее идем. Цвета прибоя и вулкан. Ну, я думаю, что вулкан я все-таки лучше подсейвлю, нежели я ничего не подсейвлю. Два кейса еще открывается. Получаем два цвета прибоя. Ну, конечно, почему бы и нет, собственно говоря. Еще два кейса, синие перчатки. Нет. Вулкан еще один падает. Ну, хотя бы вулкан подсейвим. Так, и давай определенно точно вам какой-нибудь, наверное, АВП выбьем сейчас на розыгрыш. Если, конечно, что-то выпадет действительно стоящее. Понятно. Стоящего тут нет. Окей, еще попыточку дадим. Какие хроматические... Ну, какой розыгрыш на 500 рублей в таком ролике, мужики? Ну вы что, гоните? Смеетесь? Надо что-то продать. Давай, ладно, одного Окого раскинем. Так. Желательно, конечно, ее бы подсейвить, а в обраточку. Так вот. Вот так вот сделаем вначале. Ну да. Да, ну я просто баланс уже начинаю заливать. Я просто начинаю уже заливать баланс. Но нет, кстати, не. Ой-ой-ой, а как на чучке зашел. Одуреть. Так, все. 200 тысяч вывод. 200 тысяч вывод, мужички. Это звучит даже солидно, на самом деле. Это даже звучит солидно. А вы по боец, если падает, мы боец разыгрываем. Боец разыгрываем, хроматическую аберрацию разыгрываем, точно. Так, электрический улей, даже если падает, мы его тоже... Можно было солнце в знаке льва подсейвить на самом-то деле, Сёма. Так, вижу Фобос, больше ничего не вижу. Просто баланс улетает со скоростью звука. Сказать то, что мне это нравится, наверное, это будет неправда. Окей, продолжаем. Мужички! Ну дайте что-то хорошее разыграть. Ну, какие гречные грезы, ну вы чё? Ребята. Боец, вижу боец, хорошо. Это боец, это определенно точно сегодня на розыгрыш. Так, и на сколько? На 5 кейсов нам хватает? Давай еще 5 откроем. Еще один боец, блять, вы гоните нахуй, то вообще ни одного, то, блять, сразу два, на, возьми, положи в карман и убеги. Не знаю. Давай, ладно, вот так сделаем. Так, этот боец мы сейвим. Это 400, вот так, это падает сюда, на x5 ставим, выбиваем Marble Fade закрытыми глазами, я точно говорю, что он падает сейчас нам.
А, я думал, сейчас прочел просто этот сайт. Открытую дверь. Тут очень много скинов, я буду это забирать, я так понимаю, что до завтрашнего утра, но я думаю, что одним скином мне бы это не выпало, хотя бы так заберу. Так, давай выберем сейчас самые дорогие, в контракт засунем, посмотрим вообще плюс-минус сколько. А, или знаешь, как сделаем? Или зайдем вот сюда, доступно продать все, 209 тысяч рублей. Ну, то есть на реальные деньги это 170 тысяч. Это будет, наверное, половина моего минуса на MyCSGO. Ну что ж, тем не менее, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Вот такой вот он у нас сегодня бомбезный получился. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше на АВП-боец, ты должен быть просто быть подписанным на канал, поставить лайк, написать, конечно же, комментарий. Что ж, а так, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.